такое ощущение, как будто я попала в центр какой-то картины. Такие краски, такие цвета, это вода, окрашенная в голубой, желтый, коричневый, я не знаю. Здесь даже ничего не нужно говорить, просто погрузиться в это море цветов и оттенков. Есть фильм, называется «Куда приводят мечты». Он грустный, но волшебный. Там главный герой оказывается в мире картин, которые рисовала его жена. Это удивительно, но возможно, как выяснилось. Обычно я говорю, что не очень люблю осень, но я готова передумать. Здесь столько красок, от весеннего трепетного зеленого у вновь отросшей травы до глубокого коричневого величественных стволов дуба, а как листья сверкают на солнце, словно тоненькие срезы золотых пластинок, подсвеченные со всех сторон. Да, помню прогулки здесь весной, здесь было прекрасно, но осенью такие цвета, такие краски, это просто волшебно. В ботаническом саду десятки дорожек и тропинок, есть лавочки, пруды и прудики. Люди приходят сюда кататься на роликах, велосипедах, на пробежку или заняться гимнастикой. Молодые мамы гуляют с детьми. Вообще что-то прекрасное способно творить удивительные вещи. Я вообще вышла из дома, потому что соседи сверлили стены, и это они делают уже третью неделю, и, блин, я была такая злая, просто выбежала. А тут попала сюда, и так настроение поменялось, так сразу хорошо, так красиво здесь. Сейчас гуляю здесь без макияжа, не особо-то наряжалась, а мужчины даже обращают внимание. Воздух чистый, вода сверкает, утки просто в восторге, купаются как сумасшедшие. Я не собиралась снимать ролик, ну иначе как минимум бы накрасилась. Разговаривать сама с собой я не умею, а вот поделиться эмоциями хотелось. Фотоаппарат оказался под рукой. Здесь так красиво, что хочется об этом рассказать, и хочется это сохранить в своей памяти. Все эти краски, весь этот цвет. Мне кажется, это они вам листьями машут. Зовут к себе в гости. Зачем я делаю этот ролик? Чтобы показать, как может быть красиво и ярко даже осенью. Как способно измениться настроение человека, вышедшего из дома на нервах из-за ремонта в соседней квартире. Здесь мои эмоции поменялись на 180 градусов. Декорации просто к сказкам. И все это золотая сверкающая осень. Вероятно, кого-то мой сюжет вдохновит, а кому-то покажет, что в жизни есть вещи, которые нам помогают. Их только надо замечать. Хожу, гуляю здесь с улыбкой на лице все время и с ощущением какого-то такого невероятного спокойствия и счастья.